Югре расширяют сеть поликлиник. Сегодня в новом районе Ханты-Мансийска открылся филиал окружной клинической больницы. Вести прием пациентов здесь будут терапевты, педиатры, а также узкие специалисты. На открытии медицинского центра побывала Милана Поварницына. Как только Лев Бендюжик почувствовал недомогание, они с папой сразу отправились к педиатру. Ничего необычного. Но вот только раньше Алексею с сыном приходилось ездить в другой район города к врачу. Теперь неудобство в прошлом. Поликлиника находится в двух шагах от дома. Вообще замечательно сделали то, что именно детская поликлиника сделана отдельно от взрослой поликлиники. То, что контакт детей со взрослыми, это тоже заболевания различные, это детям лучше. Кстати, в этом же здании, но с отдельного входа, находится взрослая поликлиника, консультативно-диагностический центр. Я живу в этом микрорайоне. Ездили из Самарова. Было очень неудобно, далеко, особенно зимой плохо было. Сейчас очень хорошо, мы очень рады, что открыли рядом с домом филиал. Пока что пациентов принимают только терапевты и акушер-гинеколог. А в ближайшем будущем югорчане уже смогут записаться на прием к узким специалистам – неврологу, эндокринологу и кардиологу. Получать помощь будут 10 тысяч человек, и в том числе люди с ограниченными возможностями здоровья. Все необходимое. Вы даже можете обратить внимание, что стойка регистратуры снижена на 60 сантиметров. Это требование как раз для тех людей, которые подъедут к этой регистратуре, не подойдут не на своих ногах, а подъедут на коляске, на средствах передвижения. И это тоже очень важно. Знаете, в округе за последние годы в Нягане, в Югорске, в Сургуте, в Нижневартовске таким же способом в новых районах города, в новых микрорайонах открывались филиалы для того, чтобы приблизить врачей первого контакта, терапевтов, педиатров в первую очередь к пациентам, чтобы можно было дойти пешком. Стоит отметить, что новый филиал детской и консультативно-диагностической поликлиник окружной клинической больницы уже 9-й по счету. И надо думать, не последний. С каждым новым подразделением медицинские услуги будут доступнее для каждого. Милана Поварницына, Флюр Загиров, телекомпания «Югра», Ханты-Мансийск.